Также я хочу сделать правдоподобную ситуацию, которая действительно имела место в моем городе. Это когда иностранец, какой-то знаменитый художник из Европы, приехал сюда, в этот город. И он пошел рисовать в центре, в парке. И он ожидал, что на большой доске рисовать пошел. И он ожидал, что будет много зрителей, потому что в Европе обычно всегда зрители, толпа собиралась вокруг него. Он популярен на весь мир художник. А здесь, в этом городе, его ни одного зрителя не было, ни одного. И он спросил у этих, у музейщиков, в музее, а где зрители, а где люди? Нет, он сказал, а где люди, где люди, где люди, где зрители? А они так махнули руками, или как они, сказали, вот так здесь устроено, да, сказали, и все, он уехал. То есть вот эту ситуацию тоже, может быть, показать, если вообще получится это все сделать. Просто я буду один, буду снимать. Это получится как авторское кино любительское.